Вечеринки в лайт-режиме с информативным характером в последнее время очень популярны. Именно в таком формате проходил день рождения бьюти-пространства «Френды». Сегодня исполнился ровно год нашей команде. Мы очень счастливы этому дню. Мы, конечно же, решили опять его очень круто отпраздновать. Для нас этот год, он прошел как целая жизнь. Очень много событий произошло. Мы пригласили всех наших лучших друзей, наших гостей, наших клиентов и вообще просто замечательных людей. Одним из модных акцентов бьюти-вечеринки стал мастер-класс по прическам. На своем мастер-классе сегодня я показывала девушкам, насколько просто можно сделать себе потрясающую укладку, которая будет носибельна и употребима в очень многих контекстах, так скажем. И как можно употребить свои повседневные вещи, резинки, плойки и достаточно быстро сделать себе какой-нибудь своеобразный шедевр на голове. Чтобы не только увидеть, но и почувствовать бьюти-тренды наступившей осени, всем желающим предложили стильную укладку и актуальный мейкап. Очень легкая, дружественная обстановка. Проходит мастер-класс, на котором мне сделали легкий макияж, укладку. Все очень здорово, весело. Непередаваемая атмосфера, очень легкая, очень приятная. Действительно, очень фэшн, что для Челябинска удается не всегда. В последнее время становится очень много фэшн-событий. Челябинск, в принципе, выполняет свою функцию развития этого города, который стремится к моде, к развитию, к эстетике, к культуре, искусству и прочему. Хочу, чтобы девчонки процветали, чтобы у них было больше клиентов, больше классных проектов делали, ну и делали наш город красивее. Всей редакции программы Beauty Time подписываемся под вышесказанным, поскольку «Френды» не только креативные профессионалы, но и надежные партнеры.